候心事没停止喧哗，本是逍遥自在一生，他却在心上落痕，怎奈爱越陷越深，携手一路奔红尘。桥里的女儿家出爱情春梅的年华，风摇晃枝桠，芳心已萌芽，怎么参得透缘分，爱他深邃的眼神，画下一圈圈年轮，长相厮守心上молодой господин. Господин, пришел посланник из офиса магистрата. Я здесь, чтобы забрать подписанные документы для него. Хорошо, забери их. Хорошо. Книга по воспитанию детей. Господин, это хорошая книга. Когда моя старшая сестра была беременна, она следовала рекомендациям из этой книги. Позже она родила крепкого сына. Он очень умный и милый. Он смог ходить в год, лазить по деревьям и бегать в три. Молодой господин, вы... Вот, читайте. Господин, вы слышите? Меня зовет посланник. Я ухожу. Иди давай. Хочу вернуть его вам. Если ты думаешь, что он недостаточно хорош, я могу дать тебе получше. Дело не в цене. Просто я думаю, что браслет не должен мне принадлежать. Поскольку мы заключили соглашение, я не должна принимать подарок от вашей матери. Неужели я выйду за него замуж? Светлячки! Так красиво! Прекрасно! Сижу. Наставник, почему ты здесь? Я наконец-то нашел место, где можно спрятаться и поспать, но ты меня разбудила.
Глава и госпожа ищут тебя. Они очень переживают. Ты еще не вошла в семью Ли, а уже на их стороне. Будь осторожна, или я тебя прогоню. Хорошо, больше не буду. Сегодня я ничего не видела. Звучит лучше. Однако, наставник, почему ты решил спать в таком странном месте? У меня не было выбора. Если они найдут меня, заставят жениться на мисс Сон. Я тоже хочу спрятаться. Что? Что это? Это светлячки? Одна девушка сказала мне, что это самый прекрасный свет. Она тебе нравится? Мастер, женись на ней, так она станет моей наставницей. Ей нравится кое-кто другой. Все нормально. Я помогу тебе вернуть ее. Она мертва. Мисс, вы, должно быть, устали служить каждый день госпоже Сон. Все нормально. Это стоит того, если я хочу выйти замуж. Снова встречаются тайно. Какой позор! Мы должны заставить мисс Цюн заплатить. Я найду способ рассказать Хунбиню. Наставник. Наставник. Не грусти. Просто не ожидал, что то же самое произойдет снова. Что? Сижу. Ты скоро выйдешь замуж. Как насчет большого подарка от меня? А что, если я сделаю тебе большой подарок? Большой подарок? Я все еще должен тебе 2000 тайлей за картину. Как насчет того, чтобы я вернул тебе эти деньги? Ты к этому несерьезно относишься. Ты уже должен мне 2000 тайлей. Как ты можешь мне их подарить? Хорошо, хорошо. Я заплачу тебе эти 2000 тайлей. Просто дай мне знать, какой подарок ты хочешь. Что ж, я должна подумать. Хочу ли я звезды или же луну? Что? Наставник, я хочу суп из рыбных голов из павильона искусств Юньчжао. Суп из рыбных голов? Да, суп из рыбных голов лучше в Юньяо. Он единственный. Суп из рыбных голов лучше, чем готовят здесь. Ты уверена, что хочешь только этот маленький подарок? Да. Хорошо. Не говори только им, что покупаешь для меня. Ладно. Наставник, действительно принесешь? Как насчет клятвы? Клянусь. По рукам. Что ж, мне пора идти. Хорошо. Возвращайся и жди. Да. Куда она ушла? Вы... Ешь. Эй. Должно быть, я сделала что-то не так. Значит, вы хотите меня отравить? Да о чем ты говоришь? Зачем бы вам угощать меня такой хорошей едой? Вы, наверное, хотите меня убить. По-твоему, я действительно настолько плохой? Да.
Ты будешь есть или нет? Не буду. Ладно, я сам съем. Вкуснятина. Хочешь или нет? Нет. Я знала, что вы ничего хорошего не замышляете. Я... Моя мама попросила меня прислать это тебе. Я не хотел. Если ты действительно боишься, что все это отравлено, то хотя бы умрешь с полным желудком. Звучит более чем справедливо. Конечно. Буду есть. Помедленнее. Вкусно. Вот, попробуй это. О, это тоже вкусно. Как это красиво. Креветки очень вкусные. Тогда ешь больше. Полезно для ребенка. А что насчет перепелов? Это полезно для здоровья малыша. А, я поняла. Я знаю про птичье гнездо. Это поможет ребенку бегать быстрее, верно? Это полезно для твоего лица. Суп из рыбных голов. Это полезно для мозга малыша. Откуда столько вопросов? Просто ешь, или тебе не нравится суп из рыбных голов? Господин. Не думаю, что госпожа приказала вам подготовить это для меня. Вы сами их приготовили, верно? Госпожа ведь не знает, что я люблю суп из рыбных голов. Только вы знаете. Блин. Просто ешь. Больше никаких вопросов. Если честно, вам не обязательно быть со мной милым. Я не заслужила это. Конечно, ты это заслужила. Ты мать моего ребенка. А что, если нет? О чем ты говоришь? Не шути об этом. Даже если ты беременна не от меня, возможно, я бы все равно на тебе женился. Разве это не подарок госпожи? Почему возвращаете? Посмотри внимательно и увидишь, он это или нет. Он более изящный, чем тот, что дала мне госпожа. Вы уверены, что это для меня? Если я говорю, что это для тебя, значит, это твое. Это дорого. Я не верну его, раз отдали его мне. Этот браслет для моей жены. Пока ты моя жена, тебе лучше носить его. Я наелся. Отдыхай.
Закрой дверь. Сюнь-Сижоу, Сюнь-Сижоу. Ты лгала 1000 раз в своей жизни. Почему так сложно врать на этот раз? Где Сижуо? Молодой господин, мисс Сюн еще не встала. Я не знала, могу ли я ее разбудить. Разбуди ее. Уже полдень. Если она продолжает спать, значит, она голодна. Да. Хунбинь. Тетя попросила принести тебе куриный суп. Хотела, чтобы мы поели вместе. Вот как. У меня срочное дело. Прости меня. Хунбинь, а где мисс Сюн? Вчера вечером я видела, как она счастливо болтала с Хуньюем в беседке. У них был фонарик для светлячков. Я собиралась спросить ее, как сделать такой. С Хуньюем? Да. Молодой господин, мисс Сюн нет в комнате. Что? Хунбинь! Ешь сама. Дьявол, прости меня. Я соврала тебе. Я даже не беременна. В тот день я солгала, чтобы спасти свою жизнь. Я не ожидала, что это так обернется. Глава и госпожа хорошо ко мне отнеслись. Сейчас я не могу смотреть никому из вашей семьи в глаза. Я не заслуживаю носить этот браслет. Сохрани его для своей настоящей жены. Оказывается, ты мне солгала. Будь нежнее, аккуратнее. Что случилось? Они издевались над вами, поэтому должны заплатить. Да, правильно! Да, мы должны заставить их заплатить. Я отомщу. Я не была сильно ранена. Если вы пойдете и вас изобьют, то кто будет зарабатывать деньги, а? Эй, ты смеешь есть сейчас? Ты должна пойти. Иначе какой смысл откармливать тебя? Это больно. Мама, мама. Еще болит? Да. Эти девицы из цветочного дома сильно побили меня. Мам, тебе не больно? Да, не больно. Если бы здесь была Сижу, она бы надрала им задницы. Не упоминай эту неблагодарную. Она потрепала мне нервов. Ушла и не вернулась. Не знаю, где она.
Мне не следовало ее удочерять. Она много ест. Я вырастила ее, а она ушла. Мам. Я все время думаю о ней. Не могу забыть. Всегда беспокоюсь, что она пострадает. Мне всегда кажется, что она все еще здесь. Я всегда слышу ее голос. Этот голос. Сижу, ты вернулась! Сюн Сижу, тебе хватило смелости вернуться! Я тебя побью! Не убегай! Мама, стой! Мама, не бей меня! Мама, куда ты направляешься? Мама, вернись! Мам, стой на месте! Ух ты! Эй! Не мешай мне! Эта рыбья голова дорого стоит. Позволь мне сделать небольшой глоток. Это все равно для тебя. К чему такая спешка? Почти готова. Я знаю, что ты лучшая. Мама, когда меня не было, я думала о твоем супе из рыбных голов. Что ж, я не хвастаюсь. Мой суп из рыбных голов самый лучший в мире. Что, так сильно скучаешь по дому? Да. Эй, а где ты была все это время? Мам, хватит задавать вопросы. Я сказала не спрашивать меня уже 1000 раз. Я просто беспокоюсь о тебе. Хорошо, не буду спрашивать. Здорово, что ты вернулась. Мама, я больше не уйду отсюда. Буду присматривать за тобой, пока ты не состаришься. Я не стану старой. Мне всегда 18. Ты глупенькая маленькая девочка. Мам, я встретила особенного человека. Хоть он и сын из знатной семьи, и обычно хладнокровный, на самом деле он очень нежный. Но я солгала ему. Моя ложь была слишком большой. Я больше не смогу смотреть ему в глаза. Молодой господин. Старший брат, что ты здесь делаешь? Разве ты не должен готовиться к свадьбе? Я тут размышляю о подарке для тебя. Меня это, знаешь ли, беспокоит. Брат, так почему ты здесь? Тебе не нужно готовить подарок. Что ты имеешь в виду? Где Сюн Сижу? Ушла. Ушла? Почему? Разве ты не должен знать ее лучше меня? Ты думал, что я ее забрал, поэтому и пришел проверить? Я не знаю об этом. Но думаю, раз она ушла, у нее были на то свои причины. Может, ей здесь не нравится. И ушла она после того, как поняла, какой жизни она хочет. Уважай ее желание, если хочешь для нее самого лучшего. Сюн Сижу ушла. Куда бы она пошла? Что же случилось?
Уже поздно, и свет тусклый. Вам будет лучше видно при другом свете. Я знаю, можешь идти. Я вернулась. Наконец-то сбежала из поместья Ли. Мне больше не нужно служить ему каждый день. Кроме того, я смогу спать столько, сколько захочу. И быть беззаботным художником. В поместье Ли много ценных вещей. Почему я взяла только это? Держи этот амулет предотвращения выкидыша при себе. Амулет предотвращения выкидыша? Отныне не выполняй тяжелую работу. Тебе нужно немного отдохнуть. Ты только о еде думаешь. Смотри, вся земля в скорлупе от семечек. Как кто-то может прийти в такой беспорядок? Поторопись и убери. А вы что двое делаете? Мам! Да, я голодная. Хорошо, принеси рыбью голову, я приготовлю тебе суп. Хорошо. Давай. Здравствуйте, господин. Зайдите внутрь, послушайте музыку. Молодой господин, ваш чай. Господин! Господин! Сижу. Что? Куда ты ушла? Господин! 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 Молодой господин, ваш чай! Можешь идти. Да. Не заходи без разрешения. Да. Живот втянут. Попа вверх. Пальцы сложены. И улыбки на лицах. Давай, улыбнись! Гуамэй, перестань есть! Ты похожа на дыню. Позируй! Лицо, улыбка. Не шевелитесь.
Молодой господин. Что случилось? Глава пригласил вас и мисс Сюн пообедать с ними. Он сказал, что не видел мисс Сюн уже несколько дней. Он хотел бы поговорить с ней о предстоящей свадьбе. Господин, так что же делать? Сейчас. Я могу только рассказать им. Господин, мисс Сон здесь. Пригласите ее. Да. Я ухожу. Госпожа, просто забудьте об этом. Жди здесь. Мисс Сон, наш господин... Молодой господин. Мисс Сон... Что случилось? Я... Ты должен нести ответственность за то, что сделал. Я вам это уже объяснил. Я не знал традиций вашего родного города. Что хорошего в этой Сюнсиджо? Она недостойна быть твоей женой. Только я равна тебе. Ты должен сказать мне, почему она лучше меня. Скажи ей выйти и сразиться со мной. Я выясню, почему она лучше меня. Мисс Сон, будьте сдержаннее. Приведи ее сюда. Ее здесь нет. Она еще не твоя жена, но ты ее уже защищаешь. Или ты боишься, что она проиграет? Кто ведет себя как сумасшедший в комнате моего племянника? Кто ты? Как ты посмел меня обидеть? Младший дядя. Да. Младший дядя? Скажи мне, Хуньбинь, а кто эта маленькая засранка? Маленькая засранка? Младший дядя, это мисс Сон. Ты Сон Цинь? Да. Ого! Мне было просто интересно, кто посмел кричать в комнате моего племянника. Что ж, ты же дочь главы Сона. Так зачем тебе соревноваться с такой девушкой, как она? Младший дядя, зачем ты пришел? Хунбинь, ты знаешь, девушка рядом с тобой определенно не из знатной семьи. Да. Я же всегда торчу на улице. Я видел много людей.
И я понял, что она мошенница, как только ее увидел. Скажу еще разок, ты не можешь на ней жениться. Еще не слишком поздно. Правильно, послушай, так говорит даже твой дядя. Эта девушка обычная, она просто лгунья. Минуту. Я сказал кое-что плохое о ней, но это не значит, что я на твоей стороне. Посмотри на себя. Ты не лучше ее. О чем ты говоришь? Ты сравниваешь меня с ней. Ты собиралась сразиться с ней. Кроме того, вы обе хотите жениться на семье Ли. В чем же разница? Как я могу быть такой же, как она? У нее скромное происхождение. Она пытается улучшить свой статус. Но я другая. Мои чувства к молодому господину... Что ты сказала? Да речи потеряла. Ты хочешь сказать, что твои чувства к моему племяннику искренние? Не твое дело. Держи рот на замке. Я его старший. Я третий хозяин семьи Ли. Тебе нужно спросить моего разрешения, если хочешь за него замуж. Ты сказала, что твои чувства к нему настоящие. У тебя есть доказательства? Какие могут быть доказательства? Ну, конечно же. Ты всего лишь маленькая девочка. Ты не знаешь, что такое любовь. Сколько тебе лет? Ты состоишь в браке? Ты высокомерен из-за своего старшинства. Ты знаешь это? Хоть я и не женат, я видел много пьес и альбомов. Позволь кое-что спросить. С тех пор, как ты влюблена в моего племянника, ты потеряла аппетит и сон. Ты хотела бы быть с ним милой и внимательной. Принимала за него кого-то другого? Ты думала о нем, куда бы ни пошла. Хотела себя сдержать, но не смогла. Конечно, ты это заслужила. Ты мать моего ребенка. Что, если нет? Что ты говоришь? Не шути так. Даже если ты не беременна от меня, возможно, я бы все равно на тебе женился. Потеряла дар речи. Ты маленькая девочка. Ты сама себя не понимаешь. И заставляешь моего племянника жениться на тебе. Так бесстыдно. Что? О ком ты говоришь? Сучка! Кто? Хороший попугай. Сучка! Тупая птица! Кого ты сучкой называешь? Хорошо, не останавливайся, продолжай. Еще одно слово! Тупая птица! Я тебя за душу съем! Сучка! Продолжай! Ты сучка! Сучка! Продолжай! Я тебя порублю! Ну давай, продолжай, продолжай! Я тебя побью! Хорошо! Отлично, молчи. Отлично! Сучка! Молчи! Еще одно слово, и я тебя побью! Не смейся, или я тебя ударю! Хороший попугай! Не оскорбляй меня! Хорошая птица! Плохой парень! Громче! Спой что-нибудь! Давай! Вы что, только семечки умеете щелкать, а? Стой! Господин? Дорогой гость, хотите услышать музыку или насладиться танцами? Движения девушек в нашем павильоне искусств Юнжао плавны. Их таланты превосходны. Простите меня. Я пришел сюда, чтобы найти Синсюжо. Что? Вы ради Синсюжо? О, заходите, пожалуйста. Господин, сюда. Господин, заходите внутрь. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Назад. Господин, как не вовремя. Сюжо пошла за покупками для меня. Она скоро вернется. Почему бы вам не посидеть здесь минутку? Спасибо. Кто он? Он такой красивый. Он такой вежливый. Настоящий джентльмен. Как такой мужчина мог прийти к Сюнсюжо? Господин, вы хотите семечек? Отойди, отойди. Господин, здесь столько надоедливых девушек. Может, вы подождете Сижоу в ее комнате? Хорошо.
Сюда, пожалуйста. Довольно. Господин, комната Сижоу первая на втором этаже. Поднимитесь здесь. Спасибо. Он такой красивый и горячий. Пойдем посмотрим. Да что вы делаете? Вам нечего делать? Разойдитесь. Идем, идем. Да, пошли.中泛起了涟漪，像风景如
谁愿意被吵醒，绵长光阴像的